Всем золото огня, как друзья, с вами я, Зай. И сегодня мы будем проходить тесты на сайте csgo.v.ru. Итак, мы пройдем тест на знание читов, тест на знание карты даст и тест на знание ножей. Ну что ж, давайте начнем. Так, начнем с теста на знание. Так, нажимаем начать. Так, вопрос первый. Какой чит позволяет стрелять без отдачи? Антиотдачу. Я так думаю. Ладно. Внимательно вгоните скриншот. Какой чит вы видите? Так. Чит на просмотр. Сцены. Нет. Спидхак. Радархак. Так. Вопрос третий. Каким читом знаменита эта команда? Так. Я не знаю. Серьезно, давайте. Давайте. Нет, блин, членник. Сволочи, не до членника. Ладно. Подозрение на какой чит? А им, конечно же. Нажимаем дальше. Вопрос пятый. Какой чит вы видите на картинке? Волхак. Так, выводы. Первый, правильно. Так, отлично. Вы завершили тест на знание читов CSGO. Вы заработали 4 очка. Результат отлично. Твои знания почти идеальны. Расскажите, друзьям. Хотите добавить свой тест, напишите администратор. Ага. Так, нажимаем назад. Так, мы проходим третий тест под названием «Знание карты ДДС». Так, нажимаем «Начать». Начинаем. Так, вопрос первый. Название данной позиции. Лонгтём. Нижняя тёмка, да. Вопрос второй. Название данной позиции. Так, это, я думаю, шорт будет. Да, это шорт по-любому. Так, третий вопрос. Название данной позиции. Сити Мид, Плэнс Б, не Титаник и не Плэнс Б. И не Тэмид. Это Сити Мид. Правильно. Вопрос четвёртый. Название данной позиции. Называется Танцпол Плент А Бит. Ну это вообще Б. Ну по-любому не верхняя тёмка и Танцпол. Левый пункт и не Плент А. Значит Винт? Нет, не Винт. Блин, ошибся. Ладно. Вопрос пятый. Название данной позиции это Банка. Да, это Банка, правильно. Вопрос шестой. Название данной позиции это у нас Плент А, ТП спаун, и спаун, тёмка, плента. Сука, это же КТ спаун, пардон за мат. Ладно, вопрос 7, название данной позиции. Верхняя тёмка. Как? Нет. И не нижняя, а что это? Шо? Нет. Это Вин? Это Вин, серьезно? Ладно, название данной позиции. Название данной позиции. Вот это точно верхняя тёмка. Так, ладно, вопрос 9. Название данной позиции. Лонг, машина, шорт. Ну точно не лонг, не КТ-спа, не машина. А, машина. Да, он тот человек, если не выйдет. Вопрос 10. Название данной позиции. Корабль. Сволочь, КТ-спа, ладно. Название данной позиции. Так, что это позиция вообще? Надо подумать. На гусе. Наверное. Нет, не, а это планта. Нет. Реклама. Блин, это реклама. Я не все знаю позиции на дате. Я знаю самое главное. Лонг, шорт, мид, сити и еще. Ладно. Название данной позиции. Это у нас Плент Б, реклама, спаун, гусь. На гусе. На гусе. Ладно, нажимаем выводы. Так. Прекрасно, вы завершили тест на знание Dust 2. Вы заработали 10 баллов из 12. Ваша оценка неплохо. Почти справились, поделитесь. Да. Так, первый правильный, второй правильный, третий вопрос правильный, четвертый вопрос ошибка. Так, пятый вопрос правильно, шестой вопрос ошибка. Это не планта, как и спаун. Седьмая ошибка, это Вин. Ну понятно. Так, нажимаем назад. И
входим в тест на знание ножей и стрельбу. Так, нажимаем. Так, нажимаем начать. Так, начинаем. Это нож называется штык-нож 9. Да. Блин, неправильно. Ладно, я ножи не знаю, если... Какой нож ты видишь? Складной, стандартный, конечно. Какой нож ты видишь? Это нож бабочка. Это Боуи, это я знаю. Красивый ножик. Так, вопрос четвертый, что это за нож? Это складной нож, это я не знаю. Покажи название этого ножа. Керамбит, это бабочка. Керамбит. Правильно, конечно, керамбит. Так, назови этот нож. Штык-нож М9. Правильно, вот это правильно ответил. А как ты назовешь этот нож? Ну, это охотничий нож. Вот это я знаю, я его видел у Хелдура. Так, как называется этот нож? Нож с лезвием крюком. Правильно. Вопрос 9. Из какого кейса пробуется эти ножи? Не из правого точно, не из аванга. А из какого? Да, из темного кейса, правильно ответил. Так, как вопрос 10. Как называется этот нож? Этот нож называется нож бабочка. Это я точно знаю. Какой нож изображен на картине? Ой, господи. Фальшин. Правильно, я просто много набрал. Ладно. Выводы. Так, прекрасно, вы завершили тест на знание ножей по CSGO. Вы заработали 10 за 10 баллов. Ваша оценка супер. Ты знаешь почти все ножи CSGO. Поделитесь, как вам оно. Понятно, так. Вот это у нас не М9, это обычный штык-нож. Понятненько все. Ну что ж, так, друзья, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылку на сайт я оставлю в описании. Всем удачи, всем пока.